этом зале сегодня проходит традиционный региональный турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет, посвященный памяти заслуженному тренеру Российской Федерации Малаховскому Владимиру Давыдовичу. Эти соревнования, они как бы наша благодарность нашему тренеру Владимиру Давыдовичу Малаховскому за все, что он для нас сделал. Он сделал из нас не только хороших спортсменов, дзюдоистов, самбистов, мастеров спорта, там, победителей каких-то соревнований. Но самое главное, он дал вам путевку в жизнь. Путевку в жизнь. Если бы не Владимир Давыдович, я не знаю, кем бы я был. Благодаря Владимиру Давыдовичу я влюбился в наш вид спорта и другого в своей жизни больше не видел. Турнир для меня значит очень многое, потому что Владимир Давыдович очень любил детей. Последние годы его жизни он занимался исключительно вот этой категорией, которая сегодня представлена на соревнованиях. Это не случайно. Сегодня я даже сон такой видела, что он мне приснился и как бы одобрил. Был рад очень. То есть это даже связь такая, понимаете, небесная происходит с отцом моим. Он сегодня здесь присутствует, безусловно. И победители, которые сегодня будут, это победители его школы, потому что действительно он создал целую школу, и именно эта школа тем ценна, что она была связана именно с детьми. Не случайно он говорил, что схватку можно выиграть только заблаговременно, а не когда уже она началась. То есть он говорил о силе духа и воспитывал детей именно с тем, чтобы они были сильны духом. Начнем с того, что это турнир памяти моего любимого тренера, который меня начал воспитывать вот с такого же возраста, как здесь присутствуют ребята. И Владимир Давыдович стал для меня настоящим отцом. Вел, естественно, в спорте. И даже когда я уже стал взрослым, всегда находил нужные слова, всегда находил возможность чем-то помочь. Ну а сегодняшние соревнования меня радуют, что столько мальчишек, маленьких, смешных еще, где-то неуклюжих. Не все сегодня, к сожалению, окажутся победителями. А те ребята, которые проиграют, не опускали рук, тренировались, и победы обязательно придут. Мне очень понравилась атмосфера соревнований. Я была настроена на все 100%. Мой тренер меня поддерживал. И я собралась с мыслями и вышла и выиграла. Турнир в честь памяти заслуженного тренера Малаховского Владимира Давыдовича.